Привет, мы группа Черри ор Нот. Сегодня мы выдвигаемся в наш скотобойня-тур. Это всего лишь два города, но это тоже заебись, это Томск и Новосибирск. Мы с собой взяли басиста, вот это Денчик, всем познакомьтесь с ним. Мы приготовили охуительнейшую программу специально для этого тура. Но забыли ее. Да, и приготовили другую. Еще лучше. Поэтому, блять, вот. Приходите. Мы очень рады, мы это делали всей семьей, добились того, что мы все-таки куда-то едем. Мы постарались очень сильно, у нас всем реально, мы сейчас вот отодвигаемся, это будет тяжелая дорога, но мы с ним справимся благодаря вам, людям, которые нас поддерживают в этой теме. Спасибо вам огромное от группы The Черри ор Нот. Спасибо. Я привык уже. Речь, короче, да, дорога предстоит на самом деле легкая. Вот нахуй вы плюнули в машину. Она сама не трогает. Я сегодня долго так плюнул. Дорога, короче, предстоит на самом деле нифига не легкая. Во-первых, уезжаю в ночь, у нас дождик прошел, дорога, блядь, будет вообще очень веселая. Я, как всегда, в своем репертуаре растягиваю все темы до неимоверных размеров. Застегни свои темы все, ну. Растянул, я смотрю. Да, я уже привык, все нормально, да. Постараюсь привести всех живыми и здоровыми. Но если кого-то вот потеряем по дороге, блядь, ребята, извините. Это будет басист, да? Да не, там, кто будет, это не важно, кто-то будет. Находимся, мать. Ебеняк. В одной из плотных точек. Меняем лошадей одну на другую. Да, у меня до сих пор запах на стоит. Лошадей? Нет, меня нет. Кому сосед? Да, вот такая. Стань. Ай, поехал. А я что стоим? Кого ждем? Нахуй свет. Как это нахуй? Нахуй ты свет. Нахуй ты свет. Это какой-то пиздец вообще. Еще и дорогу делают, ну молодцы. Ну, короче, Кемерово. Очередная заправка энергетиками, кофе, всякой такой херни. Машинку порадовали нормальным, нормальным бензином и пол-литрушечкой масла. Ну, поебало. До Томска километров, я не знаю точно сколько, километров 200. Знаете, да, если, короче, регистратор работал всю дорогу, которую мы ехали, вы бы охуевали, во-первых, от проходящего в машине. Во-вторых, Кемерово, это является нашим вторым домом в стиле Черри ор Нот, потому что, ну, блин, мы сюда сколько нас зовут, и мы приезжаем, здесь реально всегда клево. Но что-то в этот раз только не позвали. Странно. Ну, просто фестиваля нет, наверное. Почему? Потому что, наверное, вы уже в этом году ездили сюда. Да, это что-то случилось? Нет, Вова. В этом году уже здесь были, видео, естественно, в группе есть. Круто было, весело. Да. Было бы клево встретиться с ребятами, с которыми затусили. Но сейчас время 4:30 где-то уже. Полпятого, да, по местному времени. Да. Ехать еще часа два, то есть мы приедем в Томск часов 7-8. Как раз самую пробки. Привет всем, с вами группа Черри ор Нот. Мы подъезжаем к Томску. Нам похуй, нам похую вообще. Все, блядь, дебил. Здравствуйте, блядь. Что вы можете сказать по этому поводу? Снова привет, родственнички. И здесь группа Черри ор Нот, это снова Томск. Мы здесь пробовали уже один день. Лаван! И... Че, я смс-ки пишу? А, да, мы да, сегодня все в смс-ках. Прям все скучаем по людям, оставшимся в Красноярске. А я как пидорас снимаю. Вот. Но реально, честно, мы каждый день живем в таких местах, которые действительно неебически красивые, мы перестали замечать эту красоту в своих городах. И просто залипаем на просто подсвеченный дом в Томске. Но он, блядь, охуительный, вы только посмотрите на него. А в Красноярске же есть такие места? Давайте попытаемся вместе вспомнить. В комментариях пишите. Но просто, действительно, здесь дома ночью очень красиво подсвечены. И ночью город превращается просто в охуительный. Мы сегодня ходили днем в торговый центр пожрать. И прошли через такие ебеня. Честно, я подумал, что, блядь, я больше не хочу в Томск. Вот, но сейчас мы ночью снова вылезли, и вот. Шикарная панорама открывается на что-то, на город. И здесь еще самое клевое, водный канал посреди этой всей залупы. Да, кстати, круто. Это круто, чтобы... Это, знаете, как старые замки, наш овраг рыли, короче, чтобы, блядь, монголы не напали. Видимо, в Томске еще боятся монголов. Отлично. Это не последнее место, которое мы вам покажем из Томска. Вы просто давайте немножко позалипайте на красивые виды сейчас, без какого-то, может, юмора. Ну, может, я какую-то хуйню вставлю. Но просто посмотрите на эту красивую хуйню, это же здание. А вот видите, уже так поздно, еще два человека работают. Ну, да. Старается. Смотри, вон, раз. А там халтурщики. Они по сетке в контроль, двое на двое. Блять, Витя. Я к ним, тут 2 на 2. Кто же играет? Здесь нельзя ходить. Что запищало, блядь. Хотелось бы сказать отдельное спасибо Вовке, потому что он за рулем пробует до хренища часов без остановок, без перерыва. Еще с нами тусуется весь день, за это ему реально огромный респектоз, за то, что он это вывозит как вот. Да. Для него это и есть хардкор, так что... Это еще, кстати, не конец его поездок и мучений. Привет, так что, короче, Вовка, мы тебе снимем шлюху. Только не расстроишься, что если это шлюха, будет Саша. Ну, он, мне кажется, не расстроится. Хотя я расстроился. Хотя, знаешь, сегодня Вовка будет очень крепко спать. Привет, да, идем за мной. Сейчас я вам покажу надпись «Я люблю Томск», который стоит посреди города. Я вам объясню, почему такой надписи посреди города нет в Красноярске. Дамы и господа, любители Томска. Витя, где печать? Блядь, в сумке. Сука, блядь, ты понимаешь, что мы теперь не пометим город Томск? Тихо, это обзор фильма. Ёбаный бро. Так же и спиться можно. Мы в Томске находимся. Местный кинотеатр Киномакс. Ну. Да там не было момента в фильме, чтобы бухать просто. Ну сейчас набухаемся на фильме и отрубимся хуям. Хуй там был! Мы посмотрели фильм и пошел нахуй. Избави нас от лукавого. Ни разу эта фраза за фильм не прозвучала. Да, позавчерашнего я думал, что лукавый это пиздобол, а это, как выяснилось, сатана. Лукавый это мой сосед. Библию читать надо. Нет, просто не надо, кстати. Есть такое выражение, я там, допустим, никогда не лукавил, оно обозначает, типа, я никогда не пиздел. Но я, естественно, думал, что лукавый это пиздобол. Лукавый это тот, кто тебя в ухо родил. Нет, тот, который тебя пытается наебать. Нет, подтолкнуть на что-то противозаконное, блядь. Вот так вот. На грех какой-нибудь. Ну, в общем, фильм хороший. Охуительный просто. Если вам нравятся люди, похожие на Леонида Гусина. И на Нергала из группы Бегемот. Да, если вам нравится смотреть, как жрут друг друга пацаны. И как парень бедует в KFC. Если тебе нравится KFC, чувак, это твой. Если нравятся котята. Да, и, кстати, обзор кинотеатра в Томске под названием «Киномакс». Без бутылки, блядь, не смотреть. Блядь, сука, кола стоит 75 рублей. 70. 0,5, 70 рублей. У меня тем более Димон. Да вы с машины, это же Димон. Это не Димон, а демон. Неправильно написали. Блядь, демон, войди в меня, ибо заглушить алкоголь. Царя храни, блядь! Храни, сохраняй царя, блядь! Храни его! F5! Ёбаный пиздец, блядь! Ну вчера посмотрели все группы фильм от Лукавого. Про Лукавого что-то там. Мы так ёбнулись в первую, что сейчас играем песню. Не проверю. Что Бога нет. Я не знаю, какая дохлая хуйня? У нас попутчик, походу. Где? О. Поэтому мы решили как? Мы просто с ребятами ебанулись и едем в Новосибирск. Нам учили рыбточку, найти просто людей. Мы сейчас будем походим, поищем, кто что будет вообще, где такие. Просто поклонники тяжелой музыки, мы с ними затусим на какой-нибудь рыбточке, и мы будем от этого счастливы. Не поимея ни сколько денег, мы сыграем песню про пчелу. Да. Песня называется «Та-та-та, какая, блядь, же ты пчела! Та-та-та-та-та-та-та! Я в улей нашел! Та-та-та-та-та! И труд не отъебал! Та-та-та-та-та! Теперь твой мед — это мое говно!» О-о-о-о-о-о! Говно! Короче, на самом деле, прием был, ну... Алло, блядь, прием! Да, алло, алло! Прием был из кунг-фу! Прием, в принципе, был, ну, такой, приехали с утра пораньше, ну, как бы, ладно, спасибо, за, конечно, спасибо за то, что нас разместили, все там, ага. Все в таком духе. Сводить на центр города, нас повели через ебеняк какой-то торговый центр, который находится в деревне какой-то, ну, правда. Потом, во-первых, не знают, где клуб находится, в котором мы должны были играть. Мы ехали, вначале куда мы ехали? В ад. Да, мы вначале ехали в ад, потом в общагу какую-то заехали, а потом уже только попали в клуб. И, блин, мы ехали до туда сколько? Минут 40, да, час. Вот, ну очень много, я вообще поражен, как бы человек живет в этом городе и города даже не знает. Короче, мы решили концерт дать здесь, без инструментов. Машина сзади. Сука, блядь, ну тупо, а че плохо инструменты достанешь? Да ну не гонись, он будет разбирать это. Тупо потанцуем, короче, ну раз что делать-то нет. В общем, мы почти приехали в Новосиб, осталось совсем чуть-чуть. Вован решил маслица поменять, подлить. А то вдруг... Порадовать машинку немного свежим маслом. Да. Новые фирмы купишь. А Витя что-то хочет. Что ты хочешь? Ноги тебе вырезать, скотина. Из дерева, чтобы как Буратино ебаный ходил. Дуратино, блядь. Дуратино, Тарантино. Бах! Но... Ты меня снимаешь. Я дебил. Надел меня. Нечего я... больше снимать, что ли. Что ты меня снимаешь? Я дебил. Понимаешь, что я дебил? Он его снимает, он намного интереснее. Да он дебил. Однажды в тысячелетии номер 3420. Хорошо, хорошо, ладно. Это съемочная площадка сериала «Декстер». Это трупы. А где вы не подскажете? Здравствуйте. Да, ну не покажешь, как я глядел сюда в этом. Ну просто он на машине у нас, там машина остановилась. Вот тут Новосибирск это был, да, вроде? Новосибирск у вас пойдет вот в эту сторону. Туда, да? Туда, вот по дороге прямо. Ну мы просто из Владивостока едем. Ой, ну, до Челябы, ну. Ну и как у вас там на Владивостоке жизнь? Хорошо, корабли есть. Корабли есть. Да. Так, с той стороны у нас Машкова. Так. Не, нам города нужны побольше. Так, города. Ну вот. А куда голову нету? В ту сторону проедете прямо. Там Новосибирск. Да? Новосибирск, да. Ну там... Теперь Новосибирском достаточно. Ну, на метро до Челябы доедем. Да. Все, спасибо. Спасибо, всего доброго. Kind of light that never shone on me. Мы заезжаем в Новосибирск. Та-та-та-та. Новосибирский туалет для плоских. Новосибирский район. Ой, Новосибирск, Калининский район. Это центр города. Вот Макдональдс. Здесь будет мэрия. Здесь, может, дома будут. А вот Вован. Бля, его шалуну смотреть. Мы, блядь, заехали в Новосиб. Но, короче, мы на парковке подземной возле, точнее, в торговом центре Аура. Тут такая тема все-таки. Несмотря на то, что нас организаторы кинули с баблом, с местом, вообще со всей этой хуйней, мы не сдались. И вот спасибо Саньку, который представил свою точку для того, чтобы мы ебанули этот гиг и досняли наш клип с этого тура, который будет совершенно очень-очень скоро. Я заебусь его делать. Ты заебешься делать этот клип, но похуй, мы его сделаем. И будет нереально круто, это тот гиг, который я хотел замутить в атмосфере уже давно, и мы тут, ах ты, тыры-быры, танец моржа. Ремикс бомжа. Короче, пока жизнь загрешила, решили записать небольшое видео. Музыка дала свои положительные плоды. Мы в Новосибирске, так как дорогу я хрен его знает, ориентируемся по навигатору. Навигатор не всегда нас успевает повести по маршруту, я поехал не туда. И как раз был пост ГАИ. Меня остановил товарищ милиционер. Полицейский. Тихо, секундочку. Налево сейчас. Налево. Меня остановил товарищ полицейский по-новому. Такой типа, я, говорит, тебе показывал, куда тебе ехать, мол, ты не по знакам. Потом, давай, говорит, я тебе лучше штраф выпишу, рублей так 500, нормально. Потом что-то разговорились. Нихуя себе, да. Разговор, блядь. Да, потом разговорились, ты такой, я говорю, блядь, так и так, мол, с Томска, там все дела, вот, отыграли там музыканты. Такой, а, музыканты! Ну, говорит, покажи документы. Все, давай, мальчик, еще вали отсюда. Ну, показал там нам еще какой-то пацифик, чего-то там какая-то. Свою группу слышали, не слышали, нахуй все. Да, знаешь, хорошая группа, на слуху была. Типа, да, что-то не. Хорошая группа, такой говно. Вот если пацифик банд, идите вы нахер, а! Спасибо людям из Новосибирска. Как бы нас уже не первый человек выручил. Это вообще крестьянский поступок. Так делать не нужно. Короче, вот по этой штуке мы передвигаемся уже четвертый день. Четвертый гребаный день. Мой телефон ведет нас в рок-н-ролл, блядь. Прочь из моей головы, твой новый бойфренд пробил все пароли, вскрыл все твои ящики, прочитал мои письма к тебе, нихуя себе, нихуя себе. А ё, блядь, это нихуя, мы никогда не знали, что это может сильно произойти, но... Здесь организаторы сказали нахуй деньги, и с помощью ребят из группы ХЕКС нахуй, ХЕКС, мы сняли клуб бесплатно. Да что, Танечка, пчела, отсоси мою бороду. Потому что, блядь, на таких людях, еще раз говорю, держится музыка в России. Вот на таких. Леди Гага, блядь. Я любил Кемерово, теперь я люблю Новосибирск. Все, тут мое говно везде будет. Let's go. Короче, мы сегодня отправляемся домой. Наша последний день в Новосибирске, она как бы ловко спит, потому что она поставит 12-часовая рулевая штука-трюка. Мы решили все-таки посмотреть метро, потому что в последний раз в метро я был в 2008, наверное, в Москве. Блин, круто, на самом деле Новосибирск самый очень красивый город, то есть я хожу и залипаю на здания, которые вижу здесь. Хотя, блядь, Томск, ну вот я реально думал, что Томск красивый город, но нам вот Таня вчера показала так, что... С другой стороны. Ну да, чтобы все штаны переодели, потому что я из страха там такого не говорил. Ну вот. Новосибирск реально красивый город. Новосибирцы, вам респектос. Где гребаный поезд? It starts with one thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. What you find by is a pendulum swings. Watch you count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal, unreal, didn't look out below. Watch your time go right out the window. Trying to hold on, but didn't even know. I wasted it all. Я теперь, блядь, не буду выходить дома из Красноярска, потому что до родни я тогда не новости в этот не хочу. Тут так красиво, мне просто вот я гуляю, не люблю гулять вообще, но, блядь, я просто иду и смотрю на город, и мне это дико нравится, я сам пахнул, что... В общем, все охуенно, мы сегодня уже выдвигаемся в Красноярск. Сука, это так стрёмно, блядь.